Всем привет, с вами Шима, рада видеть вас на своем канале, и это очередной влог. Читала тут комментарий к одному из влогов, где я показываю, как я купила сумку. Показываю не для того, чтобы похвастаться, какую сумку я купила, а потому что меня уже спрашивали, и где заказывать, как заказывать, где лучше заказывать. Тем более, я понимаю, что если люди заказывают брендовые вещи, хочется, чтобы они действительно были брендовыми, а не подделкой. Так вот, некоторые там комментируют из серии: а кто дал денег на эту сумку, а сколько она стоит, муж мне ее подарил или не муж. Во-первых, это только мое дело. Во-вторых, чтобы вы знали, вот для таких вот очень интересующихся, я зарабатываю на все свои вещи сама. И на YouTube я ничего не зарабатываю. На YouTube я получаю $30 в месяц с канала, на котором у меня 127 тысяч, и с этого канала еще меньше я получаю. Поэтому все я зарабатываю сама. Для этого я и работаю каждый день. Если вдруг мне захотелось купить какую-то сумку, сколько бы она ни стоила, и я могу себе это позволить, то, естественно, я ее куплю. Но это так, лирическое отступление для тех, кому было очень интересно знать, что да как и где я это беру. Сегодня в планах у меня порисовать, нарисовать портрет и для вебинара, и для канала Арт, потому что там, конечно, я начала часто вывешивать каждую неделю видео. Это, конечно, непросто, потому что очень много времени занимает. Во-первых, пока я рисую, снимаю это все, потом, когда монтирую. Но я также буду использовать этот портрет для вебинара. Я неделями монтирую вебинары, потому что там нужна очень долгая запись звука, то есть мне надо откомментировать так, чтобы я раскрыла полностью всю тему, не было лишних слов, и при этом был плавный комментарий по поводу всех процессов работы. На арт-канале, конечно, я не могу делать настолько долгие видео. Я их делаю сокращенными, но все равно в каждом из видео я стараюсь чему-то научить и сказать основные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы человек, который посмотрел это видео, мог что-то для себя из него вынести, а не просто посмотреть, как кто-то рисует. Таких видео миллион, а мои, я надеюсь, такие одни. Так, мистера Фокса мы положили. Жирафик, кстати, тоже из Индии, вот этот любимый Кирюшин жирафик. Он на него не обращал внимания долго. И вот сейчас катает его несколько дней вообще без отдыха. Причем ему нравится преимущество катать его на вот этой карте. Это нам та же самая подруга подарила, когда Киран родился. Такой красивый вельветовый жирафик. Где кит? Кит, да? Молодец. Не, да, мы поняли, что у тебя два любимца, это Мишка и Кит. Привезли нам продукты, огурчики держу, чтоб Киран их не разбил. Сейчас буду разбирать. Вот так вот мы каждую неделю заказываем из Азды продукты и съедаемся очень быстро, так что последний день мы обычно без всего. Ну, еще яйца я уже тоже отнесла от Кирюхи. Но это очень удобно, когда на дом все доставляют. Че там, Кирюш? Apple? Приготовила я все сейчас для записи видео и вебинара, и параллельно для арт-канала буду рисовать портрет друга соусом. У меня уже есть вебинар на тему того, как вообще рисовать соус для начинающих, и вот сейчас портрет перейду. Что-то мы как пришли с прогулки, так тупили, ничего не хотелось делать. Время мне хотелось сделать, хотелось поработать, но не знала что. Думала наброски записать, но что-то не хотелось мне. В итоге решила другу портрет написать. И чтобы хоть что-то сегодня сделать за выходной день, у меня отменились уроки, благодаря этому мы смогли долго гулять в парке, и это прекрасно. У нас сейчас тоже, можете слышать, поют птички, балкон открыт, плюс 24. Послушайте, как птички поют. Рисую уже минут 10, сейчас у меня сохнут слои, поэтому можно поболтать. Вон уже в 10-й раз собрали шалаш, сейчас хотим его на балконе оставить, потому что Кирюхе очень нравится оставаться на балконе. Пока у меня тут не густо. Наверное, даже лучше показать вот так. Промежуточная стадия, вернее, не промежуточная, а самая начальная. То есть сейчас я сделала, можно назвать так, подмалевок. То есть вот этот подмалевок, это самое первое, что надо делать. Масле вы работаете, в цвете я имею в виду, либо в графике черно-белой, масле, соусом, акварели, неважно. Это первое, с чего должна начинаться работа. Это основной свет, чтобы было понятно, откуда идет. Вот отсюда, судя по тому, что здесь тень. И основные массы, какие-то черты лица постепенно намечаю, конечно, никакой детализации нету. Здесь у меня вообще тает голова в тени, потому что здесь сливается голова и тень, и значит, так и надо рисовать. Здесь я чуть-чуть уплотнила, чтобы у меня лицо выходило вперед, чтобы было видно освещенную часть лица. В общем, вот так вот процесс работы с соусом выглядит. Потом буду уплотнять. Будет вот здесь вообще прям черное. С уплотнением, конечно, будет приходить и детализация, и правильный тон. То есть он будет на местах на своих, где-то будут какие-то объемы выходить. Это все за счет наслоения. И, конечно же, также и буду продолжать всю работу целиком вести. Все, у нас новая любимая игрушка. Уже полчаса сигает. Я разобрала продукты, и мы ему в Азде заказали
наконец-то ступеньку, а то он все время носит с собой вот этот столик, а он очень такой ненадежный. И стулья носит, наши большие и детские свои, и на них забирается. Это она побезопаснее и не скользкая, хотя бы она не скользит. Вот он по всей квартире ее носит, на нее забирается и спрыгает. Доволен ребенок? Вот он с ней сигает полчаса без отдыха уже. Так. Вот игрушку мама купила, а? Он сейчас, у него такой возраст, когда он из всего делает себе игрушки. Например, у меня есть круглая шкатулка. Вот он ее катает. Просто катает или скотч. Он просто его катает, и ему очень нравится. Катать? Ты хочешь, чтобы мама катала? Не, мама не будет катать. Не-не-не, мама не катает. Бесюндра. В завершение дня. Ты что творишь, сына? Да, какие позы он только не принимает. Сейчас, конечно, в этом возрасте они такие затейники. Ты там уже палец сосешь. Ты спать собрался? Закрыл глазки, думаешь, тебя нет? Вот он, Киран! Где Киран? Нету Кирана. Кто тут? Киран? Где Киран? Где Киран? Вот он, Киран! Киран, ты где, зайка? Вот он, Киран! Где Киран? Где Киран? Где Киран? Сейчас видно, что уже плотнее стал рисунок. Вот это таким темным, конечно, не будет. Оно сейчас высветлится, когда высохнет. Соус, когда сохнет, он становится таким матовым и более светлым. Тут тоже пока мокро. То есть начинает постепенно уже уточнять черты лица какие-то. Какие-то уже блики в очках появились. Сейчас основная задача у меня будет сделать объемную вот эту часть. Собственно, лицо в портрете это самое главное. И чтобы оно именно было объемным. То есть здесь разводы есть какие-то. Темные пятна я буду удалять при помощи ластика, буду стирать. Добавлять, естественно, тени от очков, чтобы не было вот таких. Вот это вот просто у меня много пигмента набралось разом. Поэтому у меня здесь такое темное пятно. Мне его в два варианта, либо смывать, либо стереть ластиком. Ластиком стереть быстрее будет и меньше следов будет. При этом меньше также повредится бумага. И вот тут вот надо объем на щеке нарастить. Ну, в общем, сейчас будет объем. Здесь вообще плоское абсолютно место. Также буду лепить его при помощи тона. То есть, соответственно, надо выбрать самую светлую точку. Вообще на всем портрете самая светлая точка будет на носу. Все остальное должно быть уже темнее. Еще вот здесь будет очень светлое на оправе, потому что это самая ближняя часть. Подошла я уже к завершающей стадии работы. Когда ластиком все активно вытираю, у меня здесь был такой черный-черный фон. Голова сливалась, но я решила лучше вывести голову вперед. Это место сейчас буду сажать, оно явно вылетает. Ну, какая-то детализация. Шею, конечно, мне надо работать над шеей. Она сейчас такая, как бревно. Буду над ней тоже работать. В общем, всякие мелочи доделывать. Вот у нас сегодня утром в доме была идеальная чистота. Мы с мужем убрали всю квартиру идеально. Вот сейчас смотрите, что у нас тут. Вот это называется маленький ребенок. И на балконе все то же самое, потому что мы с ним играли еще и на балконе. И вот это буквально за 20 минут у нас происходит, даже за 5 минут почти происходит. Ну, тут еще у нас этот шалаш свое дело делает. Мы его сделали для того, чтобы на балкон поставить, чтобы Кирюха там играл, чтобы в квартире он места не занимал. И в квартире мы его, конечно, не хотим держать, потому что он слишком большой. Ну, а я тем временем продолжу сейчас дорисовывать этот рисунок. Конечно, я уже давно его бросила, но хочется все-таки сегодня добить это дело, чтобы потом уже на это заново не отвлекаться. Не люблю я несколько раз одно и то же рисовать. Мне нравится сесть за один прием все нарисовать. Фух, наконец-то я закончила эту работу. Все отсняла, осталось только отснять при дневном свете сам рисунок. Вот он, законченный вариант. Не было, естественно, цели никакого гиперреализма делать. Реализм, но не гипер, чтобы было понятно, что человек сидит. И какой человек сидит, чтобы было похоже. Получилось, на мой взгляд, похоже даже очень. Вот эти вот пятна, конечно, их можно убирать, но мне нравится именно так, как сейчас. Эта легкая неровность фона, она специально оставлена, потому что мне кажется, так намного живее получается. Ручки у меня наичистейшие. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.